Всем привет, с вами Ранор и прекраснейшее вам настроение. Это продолжение серии, которая оказалась очень длинной, поэтому смотрим продолжение. Попробуем хотя бы... завершить. О, они даже меня почти повредили. Так, отлично. Как минимум это не дало нам никаких фрагментов. Зато мы теперь в гнезде и можем спокойно подлечиться. Так, где же нам найти еще фрагментов? Нам, видимо, нужно двигаться несколько иную сторону. Все-таки давайте в сторону гнезда двигаться. К сожалению, у меня нету бега пока еще нормального. Но зато мы можем неплохо летать. За существа. О, мы можем попробовать теперь с еще одним помириться. Уж надеюсь, за него-то нам дадут. Отлично, дальше. Ну вот, мы сами справились. И давайте теперь возьмем его. Нам опять не дали фрагментов за это. Вот это обидно. Ну ладно, хотя бы возьмем с собой мощного дружка. Что делать? Хорошо, будет еще один в нашей компании. Зверек. Веселый. Дикий образ, отшельник. Ну, это, в принципе, нам стоит с ним помириться, хотя бы для того, чтобы... Или мириться, не мириться, даже не знаю. А давайте-ка мы его... Не будем с ним мириться. Да куда ты, стой! Ой, не уходи. Вот он не хочет с нами вообще ничего общего иметь. Куда-то несется и несется, и несется, и несется. Я же еще ни одного такого отшельника именно сам лично не уничтожал. Куда-то он вообще с огромной скоростью. Наконец-таки. Так, где мои напарники, помощники, где мои? Давайте. Это, одиночку. Так. Нам дали ДНК, но нам, к сожалению, не дали паук страшный вожак. Отлично. Да, нам, к сожалению, не дали ни фрагментов, ничего уже не дают. Нам что, получается, остается только лишь добраться до дома. Ладно, сейчас подлечимся. Везде союзников. И собираемся домой. Так. То есть вся надежда получается лишь на косточки, которых я почему-то даже встретить не могу. Вы кто такие? Нет, я с вами уже ничем заниматься не буду, не дружиться, не воевать. Я бегу домой, потому что мне нужно найти... Что-то более серьезное.
Нет, воевать я не хочу с вами. Перекусили и двигаемся дальше к дому. Попутно пытаясь найти именно кости какие-нибудь, фрагменты. Да, вот как, что мне дает навык полета. То есть перемещаться теперь можно очень-очень большим комфортом. Да, нету костей. Походу, неужели собрал полностью все фрагменты? Вот это может быть коллекция. Ну-ка. Все возможные рты я собрал уже. Ну, для всеядности. Глаза, да. Конечности все, да. Кисти. Все. Стопы. Все. Оружие. Все. И разное. Все, да. Я закончил сбор фрагментов. И теперь, наконец-таки, могу приступить к завершающему формированию, наконец-таки, нашего существа. Именно таким образом, чтобы получить, как и предназначалось. Ладно, можно было бы добить страуза. Но мы не будем его трогать. Мы просто передвигаемся так, как нам удобно. Ой, зря я, конечно, не подпрыгнул оттуда, откуда мог. Мы все ближе и ближе к гнезду своему. Да, прыжки, конечно, это... Прыжки это хорошо, а полет это еще лучше. Вот так вот можно тихим образом взять и прибыть. Так, и брачный зов. Вот, пожалуйста. А что такое племя поредевшее? Брачные танцы. Брачные пляски. И наконец-таки, да, ребята, у меня, конечно, получилась затянутая серия, но зато я вам показал, как всегда, максимум. Вот, и я надеюсь, что вам это именно понравилось. Именно из-за этого вы меня и смотрите. Итак, завершаем наше формирование нашего существа. Отлично, 5-й уровень прыжка, 4-й уровень меня устраивает более чем, это то, что мне нужно. Отлично. Нам теперь нужна хорошая маскировка. И одновременно дает кокетство 4 уровня. Это неплохо. Так, ага. Позирование. И маскировка. То есть то, что нужно. Вот такое вот. С отличной маскировкой, с отличным позированием. Прыжок есть. Пожалуй, нету разве что у нас бега. Угу. Как вариант. Как вариант использовать именно лужи-плюхи. Лужи-плюхи такие вот. Да, теперь мы теперь еще и бегаем. Отлично. Мы бегаем, мы прыгаем, мы прячемся, мы вообще везде крутые и в принципе... Я доволен теперь, наконец-таки, окончательно формированием существа. Мы можем даже еще увеличить кокетство, кстати говоря. Сделать его еще лучшим. Но, пожалуй, я даже не знаю, что мне лучше взять. Дар с разбега, кстати, да. Давайте посмотрим, чем мы можем заменить. А, у нас и так, он 5 уровня. То есть мы разве что не кусаемся сверх отлично. Ну, тут уж с кусательством, что называется, и пением как-то, чтобы было и хорошее пение, и кусание. Такого прям рта у нас нету.
То есть это придется делать только лишь, если только два рта. Поэтому мы улучшаем, разве что можем то улучшить кокетство, да, например. Здоровье у нас и так максимально на пятерочку есть. Давайте глянем, что еще есть. Бег. Бег пятого уровня. А сейчас у нас бег не пятого уровня. Так, извините. Вот это нам даст бег пятого уровня. Или я ошибся? Да, это был бег четвертого, а вот у нас конкретно бег пятого уровня. То есть это еще лучше. То есть это еще даст нам более мощное. Скорость. Скорость бега. Отлично, отлично. У нас получается очень быстрое существо. И Манчкинус. Все более совершенным. Ну, в принципе, да, вот оно, описание. Это, в принципе, завершенный вид. Остается его столько лишь покрасить. Завершающую окраску просмотреть. Посмотрим, что у нас имеется. Верхний слой разное. Так, а что у нас из разного еще есть? Как можно еще пробовать окраситься? Можно вот так вот полосатиком здесь. В принципе, почему бы нет? Давайте сделаем все черные полосы. Посмотрим, как они прорисуются. Ну, в принципе, неплохо, неплохо, но... Но все-таки было лучше, да. Нет, хотя... Даже не знаю. Давайте все-таки их используем, а? Пускай они будут белого цвета. Так, верхний слой. Верхний слой в крапинку, да, вот такую вот. Черную крапинку. Так, а что еще в верхнем слое есть красивого? Давайте посмотрим. Может как-то заменить. Давайте, пускай у нас будут более такие. Более мощные. Более крупные. И завершим наше формирование именно базовым слоем. А по-моему, вот этот тоже красивый базовый слой. Да, ему однозначно нравится. Единственное, что возьмем вот таким его. Да, 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 красота. Прорисовывайся. Пятнышки и... Пожалуй, мы наконец-таки получили наше существо. Все, это завершающая часть. И наконец-таки мы можем перейти на этап племя. Мы долго к этому шли. Я собрал практически, не практически, а абсолютно все фрагменты. Наше существо просто близко к идеалу. Во всяком случае, мне очень нравится то, как оно сформировано. Такое вот веселенькое, забавное и очень сильное, очень мощное существо. Да, мы стали агрессивными. А можно ли как-нибудь отменить? Мы были чересчур агрессивными в какой-то момент, да? Где же это произошло? Ну давайте посмотрим, попробуем проверить, что же пошло не так. Итак, мы шли, мы заключили союзы, но мы очень многих врагов просто положили. И как бы я ни хотел, но мое существо стало агрессивным. В принципе, что делать? Наш корабль зато будет более прочным. В принципе, радуемся этому. Итак, этап племя. Рисунок животного мы завершили. В принципе, поэтому мы просто переходим на этап племя и все. Итак, наше существо в гнезде своем нашло палку.
И она подумала: я бросал этой палкой врагов, я могу ей постучать. На, вот как бы разум пытливый. Не дает покоя существу. Он решил просто подбросить палку. И эта палка просто стукнула, и он понял, что а палкой-то больно, что ты кидаться-то в других, но в себя-то еще больнее. Тут до него дошло, что это же не просто так все. Во-первых, можно огонь добыть, а также этой палкой можно бить кого-то. И именно это существо и стало первым в поколении шаманов вида Манчкинус. Мы наконец-таки пришли в этап племя. Но этот этап племя мы будем продолжать, конечно же, уже в следующей серии. На нашей планете это Никуца. Да, кто-то, если не знает, Никуца по-молдавски это просто ласковая. Да, я сразу же получил теперь укротитель. Никуца по-молдавски это ласковое название именно Таня. Вот, это моя жена. Она очень рад, что она все-таки меня иногда поддерживает. Вот. Ладно, продолжим. Ваши подопечные научились высекать огонь, мастерить инструменты и возводить примитивные постройки, но вскоре на планете начнут появляться другие племена, ваши будущие соперники. Будьте бдительны. В принципе, на этом все. С вами был Реанор. Пока-пока и счастья вашему дому.